Мы видим, что русские имеют большой наступательный потенциал на сегодня. Мы видим, что они хотят наступать, и им есть чем и на что. Как вы считаете, они могут отвоевать у нас еще территории? Мы будем делать все, чтобы этого не произошло. Но все будет... Тут вопрос будет стоять по-другому. Такие вещи сейчас скажу не совсем. А какую цену мы готовы за это платить? Мы сможем подготовиться западным вооружением, F-16, дронами, беспилотниками, чтобы сделать это эффективно с минимальными человеческими потерями? Или мы не успеем это сделать, и мы будем вынуждены отходить. Какие-то участки просто костями стоять? Вот тут вот этот вопрос. Потому как... Ну, это честный ответ. Ну, я так думаю просто. Тут надо понимать, что если у тебя нет достаточного количества вооружения высокотехнологичного, которое даст тебе преимущество над противником, ты вынужден будешь закрывать эти бреши людьми, и все. Ну, еще год назад мы говорили, и я говорил, что наша победа – это отвоевание всех территорий, включая Донбасс и Крым, и Херсонскую область, часть там Запорожской области. Выход на границы 91-го года. А сейчас я над этим очень сильно думаю. А как мы это сделаем? У вас какие мысли? Я не думаю, что это реально в данный момент времени. Во-первых, Донбасс очень сильно разбит. Если мы про Донбасс, про Луганск говорим, Луганскую область. Русские, ну, что, разбили. Донецк нормально. Донецк там нормально, но все, что вокруг... Луганск нормально. Люди, которые жили 10 лет с паспортами России, очень сложно будет... Ну, опять же, это мое мнение. Они уедут. А Вторая мировая война? Ну, я рассуждаю вслух. Вторая мировая война. Жили пару лет под оккупацией, даже в Украине, да? Когда немцы отступали, они уехали с немцами. Кто им помогал, кто с ними работал? Дмитрий, я не знаю, как это... А с Волчанска как уехали, а с Купянска? Быстро. Да. Быстро, но они грызались очень сильно. Ну, уехали с русскими? Уехали, да. Ну, хотели русский мир, ну, вперед за русским миром. Без территории только, правильно? Я, смотрите, я всей душой за то, чтобы мы забрали все свое и остались как бы в границах тех территорий, которые у нас были до 91-го года. Но это сложно. Вы меня спросили, как я считаю лично, возможно это или нет. Я не знаю, какое вооружение мы получим. Я не знаю, как мировое сообщество в политическом смысле включится в эту программу. Потому что это тоже немаловажно. Мне кажется, что, ну, опять же, мы сделаем все для того, чтобы это сделать, выполнить, чтобы забрать все свое назад. Просто получится или нет, я не знаю. Любые войны рано или поздно заканчиваются переговорами и миром. Мы это понимаем. Сейчас говорить о переговорах Украины с Россией напрямую невозможно, потому что у нас позиция проигрышная в этих переговорах, правильно? Ну, она не доминирующая. Не доминирующая, значит, проигрышная. А какими вы представляете переговоры? Это совместные уступки с двух сторон? Или как? Ну вот как? Я вот честно, я об этом не думаю. Я служу в батальоне. У нас есть четкая задача. Я ей занят 24 часа в сутки. Особенно ночью. Да, я стараюсь сконцентрироваться на своем участке, от которого зависит конкретно результат моего подразделения. И если у меня это получается делать, значит, я справляюсь со своей работой. Если у меня не получается, я думаю, почему не получается, я анализирую ошибки какие-то, стараюсь это исправить. Думать, как провести переговоры, точно как бы не моего. Как вы считаете, когда закончится война? По ощущениям? Да. В этом году. Ух ты, совпало. Да, мне так кажется. А почему? Расшифруйте.
Не могу вам сказать. Это ощущение, это просто интуиция? Я думаю, что русские сейчас полезут в драку, прилично выхватят, истекут кровью сильно. И остановятся. И отползут. И отползут. Как дальше будет, я не знаю. Но мне кажется, что это будет их последний рывок, который они смогут сделать. Потому что потом надо проводить мобилизацию, либо набирать еще людей. Ну, как бы у них тоже, вы понимаете, я верю, если бы говорить про крупные блоки, да, то я верю в то, что русские, Россия рано или поздно, она сама, как бы, ну, я в это верю, что загонит она схлопнется. Себя, да? Да. Угу. Потому что они идут по наклонной плоскости. Они делают как можно хуже. Угу. Они, вот если мир, весь мир цивилизованный хочет сделать как можно лучше, то они хотят показать, как вот они хуже делают. Они максимально плохие, они максимально плохо относятся к своим людям, максимально плохо с ними себя ведут. Людям это нравится, вот в чем беда. Здравствуйте. Но нет, пока нет. Людям это нравится, правда, русским? Смотрите, они настолько перекачали ненавистью и злостью народ, что, это как у кого была очень злая собака, аномально злая, он меня поймет. Потому что рано или поздно наступает момент, когда эта собака разворачивается и все равно бросится на тебя. На хозяина, да? Да, я все-таки надеюсь, что этот момент произойдет. Что как только русские, что все время мы русские, как только они окажутся у них заберут эту возможность выплескивать эмоцию эту, да, извне, закроют крышку, кастрюлю разорвет однозначно. Потому что половина, которая вернется, вы понимаете, что произойдет там у них в поселках в этих? Да, конечно. Но будет люди. Уже начинается. Ну, я не думаю, что это так идет именно в таких товарных количествах, как нам хотелось бы. Но ничего хорошего из того, что зэк, который получил 25 лет за расчлененку, вышел на свободу. Ничего хорошего из этого не получится точно. Это ж не профессор какой-то вышел, да? Конечно. Ну, рано или поздно у него система же работает. А вы в карму верите? Верю. Настигнет она их? Ну, я вообще верю в то, что настигнет. Да, ну, я так думаю. Много еще русских придется убить, прежде чем они поймут, что надо отползать, как вам кажется? Тут, я думаю, этот вопрос не коррелируется с ответом. Угу. Он не измеряется в количестве погибших. Путину все равно, сколько их умрет. Тут вопрос больше касается его лично. Пока он не даст приказ это все остановить, это ничего не остановится. А это точно не связано с количеством, сколько умрет россиян на этой войне. К сожалению. Это какие-то другие материи. Угу. Он должен, он должен почувствовать, что он может потерять все или хотя бы большой блок. А процессы, знаете, это как речка. Вот замерзшая река, она внешне кажется, она спокойная, да, лежит лед, на нем снег. А внизу происходит течение, там идет бурная деятельность. Там где-то подмывает, там интересно. Где-то еще. Я думаю, что у них в России, несмотря на тотальный контроль силовиков, все равно происходят какие-то заколоты, разговоры, уже идет какой-то дележ. Они же тоже стрессанули. Они миллиардеры все. У них у всех была обеспеченная старость. Конечно. Великолепная. Они все себя видели в шезлонге с коктейлем, на с Западе. Зонтиком где-то, да. А у них все это забрали. Их опять окунули в их буржуазные, коррупционная барокко, да, в домах. Вот. Ну, они хотят другого. Хорошо сказали, да. Они хотят немножко другого. Поэтому я думаю, что они кипят внутри. Просто пока это кипение еще не переходит в другую плоскость. Но рано или поздно, я во всяком случае надеюсь на это. Все тоталитарные режимы рушились мгновенно, да, резко и да, быстро, и да, никто этого не ждал. Да. Как это произошло с Советским Союзом. Да. Раз и все. И нет. Тут то же самое. Мы видели, когда был путч
ГКЧП, да? Да, мы видели, когда Пригожин марш справедливости да. свой начал. Как его в Ростове встречали? Да, мы же видели да, это да, все. Да. Ну, неужели вы, ну, мы же понимаем, что это видела вся Россия? Так тоже. И в Москве хорошо бы встретили, я говорю, думаю. Мы же да. понимаем, что это видели все. И приближенные Путина тоже. Вот мы понимаем, что даже когда война закончится, когда на бумаге что-то подпишут, все равно она будет продолжаться. Все равно нам надо будет думать над тем, чтобы защищать свою страну. А все равно будет работать ВПК на полную катушку, правильно? И все равно будут люди носить форму и понимать, что рано или поздно нападение с той стороны может произойти. Я в этом уверен. Угу. И поэтому, знаете, каждый же мечтает о том, кем будут его дети. Да. Ну, я, например, думаю, кем будут мои дети. Но если я уже рассматриваю, что они будут военными, что им надо иметь какие-то навыки, какие-то, чтобы для них это не было таким стрессом, как для других, когда он с мирного стал военным. То есть это уже косвенные признаки того, что я это понимаю где-то в глубине. Я думаю, да. Я думаю, мы будем... Во-первых, давайте так. Мы вот же... и магазины, смотрите, какие уже, видите, в Киеве. Раньше такого не было. Пиксельные. Да. 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 Видите. Так. На войне люди видят страшные картины, и это не может не влиять на психику. Не может не быть какого-то расчеловечивания. Вот как уберечь ребят от расчеловечивания, как подготовить их к мирной жизни, к тому, что она другая? Ну, смотрите, я не думаю, что если это не вводится в разряд культа, угу. а вот у меня в подразделении, у нас в подразделении, это в разряд в культа не вводится, да, вот убийство там и все остальное. Во-первых, лечит сам коллектив, когда ты приходишь и все иначе. Во-вторых, я думаю, что мирная жизнь быстро реанимирует. Вот я, помните этот анекдот, когда говорит, я всего 2 часа как еврей, а уже как я русских вас ненавижу. Помните? Да. То же самое здесь. Я всего там полдня в Киеве, я уже чувствую себя... Мирный человек. Да, я сейчас одену спортивный костюм и пойду, и вы меня не отличите от уклониста. А взгляд? А глаза? Ну, я не думаю, что я сильно. Я надеюсь, что я не сильно изменился. Безусловно, какая-то трансформация произошла. Но скорее это связано с болью утрат. Мне действительно очень жаль ребят, которые погибли, которые ушли. Мне очень жаль их семьи. Их детей, которые остались, которых они так любили, которые их так любили. Вот это меня очень сильно как бы... Мне понравилась очень фраза, когда сказал, я не помню, кто ее сказал, что самое страшное это потом, после победы, когда мы поймем, какой ценой это нам все далось. Это действительно так. До войны, вот как бы вы ответили на вопрос, что такое счастье? Вы хотите спросить, изменились ли да. критерии моего да. счастья? Да. Конечно, изменились. У меня полностью... Вот вы меня сегодня спрашивали про бизнес, а я поймал себя на мысли, что меня это абсолютно не интересует. Просто вообще не интересует. Я не вижу себя в материальном как бы плане сейчас совсем. Я хочу единственного, это то, чтобы мои дети жили в безопасности в своей стране. Я честно, я не хочу, чтобы они со всем уважением к европейским нашим партнерам, которые приютили наших беженцев, да, я не спасибо. Хочу, чтобы они стояли в очереди за благотворительной помощью. Я не хочу, чтобы они ощущали, испытывали этого. Как бы... Поэтому... Что такое счастье? Ну... Как оно изменилось, да? Да. Там больше приземлился я, наверное, и почувствовал, что неважно, где ты находишься, главное,
как ты думаешь? Во-первых, я считаю, мужчины, для любого мужчины большая честь защищать свою родину, свою семью. Это правда. Это, ну, быть на войне, быть эффективным, справляться с задачами, это большая ответственность и большая честь все это делать. Поэтому я счастлив вот сейчас в моменте. Угу. Я перестал думать, как это будет в будущем, как это будет там. Я перестал планом мечтать, наверное. Не строите, да? Планов, да? Нет, не строю. Перестал мечтать, наверное. Перестал сильно далеко как бы забрасывать удочку. Думаю, вот хорошо мне. И больше мне ребята помогают это делать. Я вот, мы едем с ними, я говорю, как дела? Он говорит, супер вообще. Классно, все нормально. Я думаю, большинство сейчас так. У нас укоротились как бы сроки. Война очень динамичная, очень сжато все. Человек скрывается на войне мгновенно. Проявляется. У нас общество проявилось мгновенно. Да. Мы за, образно говоря, за 3 ночи поняли, кто есть кто. Да. Те люди, на которых ты рассчитывал, надеялся, думал, что это бетонный блок, это оказался буй на воде, на который даже залезть невозможно, потому что он скользкий. И наоборот. Да? И наоборот, угу. Совершенно верно. Пацаны, которые там 22 года, на него посмотришь, думаешь, он берет муху и идет сгонять там. У нас стояло 2 танка, они могли пройти в Песчаное из Куриловки. Стояло 2 танка. Русских. И не пропускали нас. И нам говорят, надо убрать эти танки. Ну, ребята взяли муху, и самбо взял пулемет, и пошли, как бы дошли 20 метров до этого танка. Он говорит, я слышал разговор, да? Танкистов. Угу. И он с мухи выстрелил ему в жопу, танк завелся и уехал. То есть, я говорю, этот поступок может понять только человек, который знает, что это такое, подойти к работающему танку, точно работающим, потому что он потом завелся. И выстрелить из мухи, которая ему ничего не сделает. То есть это сам по себе уже как бы подвиг. Вот вам мотивация, вот вам и настроение, вот вам как бы все в одном класс. Пакете. И это ребята, Леха, который к нам там движ, который пришел к нам буквально недавно в разведку. Вообще у нас очень много талантливых ребят, очень много. И их просто надо правильно... как это сказать, идентифицировать, угу. Найти им правильное русло. Я раньше думал, что на войне все должны именно воевать, честно. Я думал, если ты пришел на войну, ты обязательно должен с автоматом где-то выбивать посадку и вот такое вот. Только такая роль у тебя была. А потом понял, что надо быка готовить, надо машины ремонтировать, надо это все возить, надо это все... Это такое, чтобы подразделение действовало эффективно. Ты должен иметь сбалансированный организм, который mm-hmm. работает как часы. Расписаны все роли. Каждый знает, у нас дед Андрей, он настолько хорошо это все прописывает детально. Я вот не могу. Когда он там бывает где-то чем-то занят, вот если мне надо что-то прописать, я все, я сдаюсь. Дед Андрей. Ну, он молодой парень, просто такое прозвище ему дали, да. Вы знаете, хотел в завершение нашего разговора спросить, о чем вы мечтаете? А вы сейчас все сказали. Какие мечты? Прожить еще день, да? Так, подбить еще пару танков. Ну, это скорее не мечты, это мои задачи. Это мои задачи. Мечты, да, вот я только что рассказал. Ну, мы живем и хорошо. Чтобы не было здесь русского мира. Вот это моя мечта. Чтобы здесь, в Киеве, по... Как эта улица сейчас называется? Большая Васильковская. Большая Васильковская. Была Красноармейская. Чтобы она не была больше Красноармейской. Да. Никогда. Да. Вот это мои мечты. Хотя... Хотя название улиц не имеет как бы большого значения, но... Да не имеет. Имеет, согласен. Ходить по Красноармейской как-то не фонтан. Вот сейчас сказал, а потом чувствуешь, что что-то не то. Да, имеет. Имеет, да. Имеет. Имеет значение все. Мелкие пиксели будем дорабатывать потом, после войны. Язык подтянем и все подтянем. Просто не надо сильно давить, пушить. Люди и так усталые, они и так много нагрузки на них большой лягло, разной.